секрету, я никому не скажу правды. У дедушки хватает времени заниматься боком? Да, он как приезжает на соревнования, сразу же бежит, шпешек и постоянно с ним играет. Памперсы умеет менять, да? Да. Вы услышали, друзья? Алексей Мишин. Леша, скажи, поздравь дедушку с праздником, с юбилеем. Деда. Это означает, дорогой дедушка, поздравляю от души. Спасибо большое. Мы с Ириной искренне от души желаем, чтобы, естественно, одним внуком дело не ограничивалось. Мы к вам обращаемся, к Насте, и не только к вам, так что сыновей у Алексея Николаевича и Татьяны Николаевны двое. Ну что, семейного вам счастья, тепла. И самое главное, отменного здоровья. Спасибо. Спасибо. Алексей Мишин, Татьяна Мишина, Алексей Мишин-младший и его мама Даша.